Всем привет! Сегодня у нас будет угольная армия, не Арктика, армия. Будем пробовать набить топ таким же составом, проверим его опять. Также у нас будет открытие топовых сундуков. Пум-пурум-пурум, вот таких вот, сейчас их покажу. Мы их натащили с базара. Где там они? Вот они. Вот что с них сыпется. Синие руны, семерки, восьмерки, третья карта. Самая ценная, наверное, грубая сила, синие кристаллы воодушевления. Ну и расходники на аугментацию и на судьбу. Так, отлично. Побежали сюда. Сейчас быстренько увеличить 74. Чё ж не в конце? Ты можешь купить щит? Конечно, могу. Так, королева змей. Ну, топчик вообще 277 очей. Опять то же самое. 95. Вот тут 9. Конечно, не 7-6. Так, отлично. Отыграли. Сдаем пожертвования. 2 миллиона. 2 миллиона. Можно было и тут 2 миллиона, но мы всего 400 киданем. И 20к. Есть. Ну что, побежали сюда, на угольную. Вот такой у нас составчик опять будет. Ворожай. Ожог, ожива. Афина, ожива. Талантиком у нее воодушевление. Стрелок, ожог. Ожива, тыковка, исцеление, ожива. Ну и Анубис у него ожива есть. И Бигфут. Так, ну, побежали. Тест номер один. 400 лямов, я думаю, должны набить. Я надеюсь. 400-450 это стабильный урон. Так, ну, до 10 можно ускорить. Тут особо смотреть нечего. Так, 4-5 на босс. Ну, пока вроде как отлично. 10-я волна пошла. Можно было бы сюда еще Яру взять, но тогда потеряем какого-то массового дамагера. Тоже особо не хочется. Таким составом вроде нормально тащили. Один раз там 500, по-моему, было, второй уже раз топ взяли. Так, ну смотрим черепа. 12-я волна. Самое главное не давать им добегать, особенно горгулам, потому что они заряжаются, включают, отхиливают своих. Очень проблемно с ними потом воевать. Так, отлично, 13-я волна. А, ну кого-то там били даже. Черепа, наверное, дамажили. Так, моя самая любимая 14-я волна. Давай, ну, врубайся уже. Так, не понял, что это был за разгон такой, нуба. Так, 15-я волна. Так, Бигфутик включился, Арктику отсекли. Ну, пока вроде отлично. Но 15-я волна это не показатель. Все самое интересное будет дальше. Ребята, обязательно участвуйте в конкурсе на пирата. Видосик есть, выложен утром 10 числа. Пират 2. Ну и остальные на некросы и на прочую хрень. Так, вот тут вот неприятно горгул включается. Вот это я больше всего не люблю, когда вот такая вот такой расклад. Вроде тыковка достает. Поэтому у нас все менее проблема. Так, 18-я волна, был череп. 10 секунд, мы по-любому останемся сейчас без бафа. Неплохо, когда добивается одна волна и сразу же следующая заходит. Тогда герой еще на каком-то максимуме, а так получается все время стартовать с нуля не особо удобно.
Так, 19-е есть. Вот оно, самое отлично. Зашли вроде хорошо. Сейчас самое главное слить быстренько горгула, не дать ему включиться. Вроде пока нормально. Держимся. Отлично. 21-я волна. Там отражение, по-моему, у кого-то было. Ну ничего. Самое главное сейчас не слиться. Разгона дохренища у нас. Так, 21-я волна. Не получилось у нас их всех жахнуть. Сейчас ведьма нас просто жахнет тут, ребята. Если Бигфут, конечно, успеет. Успеет. Эх ты, блин. Так, ну-ну-ну, вот все, видите. Вот проблема ведьма. Если мы ее не успеваем убивать на разгоне, все, она полностью все нам портит. 491, то есть стабильный урон у меня в районе 500 миллионов. Поехали еще за ходик. Вот если бы демон чуть-чуть дольше продержался, можно было без проблем затащить. Ну, у нас будет еще попытки, мы будем пробовать. Потому что именно ведьма портачит все. Она нормально дамажит так, и ты ничего не сделаешь. Добегает до кого-то одного героя. Так, 6-я волна. Восьмая. 9-я. Ну, тут без проблем как бы это все убивается. Ой, тут опасно, Бигфут зашел. Сейчас Атлант может врубиться. Не, отлично все. Успели. Так, 15-я волна. Вот тоже неприятное. Хреново, когда один герой агрится полностью. Смотрите, там Дрейки нас чуть не снесли. Так, держимся на тыковке. Отлично. Сейчас кого-то мы по-любому шлепнем сразу. Да, так и получилось. Под разгоном, конечно, жестко они. Так, ну, 17-я волна. Возможно, не надо столько разгона, чтобы ведьмы была возможность ведьмы слить. Не знаю даже, ребят. Надо будет потестировать, чтобы дольше бить демона этого. Так, все живы. Тыковка жива, все нормально. Отлично. Тут, в принципе, нормально. Так, сейчас будет. Опять же, сейчас будет. Ну-ну-ну-ну-ну, добивай. Отлично. Демон, в принципе, нормально заходит. Ой, еще и долго будет идти. Супер. Так, горгула слить. Горгул включился. Вот сейчас все зависит от того, откуда сейчас эти, блядь, сволочи зайдут. Но тыковка есть. Ух, все. Супер. Супер. Отлично. 21-я волна. Есть. Ну все, 22-я. Вот оно, видите. Тут рандом, ребят. Тут. Сейчас не удивлюсь, если мы сейчас в этой катке набьем меньше, чем в предыдущей. Это реально будет просто жесть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Захерачьте эти вольтов. Что за дичь творится? Е, красавчики. Тыковка с исцелением. Просто топчик. А тут мы сейчас просто не успеем набить много. 24-я волна, и мы просто не успеем этих мелких пиздюков нахерачить. Обидно. Или нет, или все-таки успеваем. 11 секунд, 25-я волна пошла. Воу, что тут творится? Просто жесть. Сколько там демонов? 3? Жесть, 25-я волна. Я охренею. 647 тысяч. Или сколько там? Не тысяч. 647 миллионов набили. Смотрим топчик. Видите, ребята просто успели больше набить. И получается, я сейчас займу 7-е место.
Просто быстрее демоны к ним пришли. Бывает такое, тут ничего не сделаешь. Все равно набили топ, пришли и все полностью волны. Тут уже все зависит от того, как быстро вы убьете. Хотя я считаю, это как бы неправильно. Они должны все-таки дальше волны эти открывать. Потому что, ну, это как архидемон у нас. Через жопу сделан. Ну, что тут удивляться. Так, хорошо, побежали дальше. Будем открывать. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, открываем эту хрень. 20 осколков. Это открываем. Так. Где вы, блядь? Вот они. Поехали использовать. Отсюда падает всякая хрень. Тык. Пятый сет воодушевления. Еще раз тык. 20 синих камней. Еще раз тык. 10 рун, хуйня. О, 15 миллионов, отлично. К обнове то, что надо, еще. Есть, еще пятнашка. Супер. Еще сет воодушевления, охренеть. Так, это хуйня. Блять, дайте грубую силу, блять. Нихуя не дают. Эх, обидно. Ну, в принципе, так неплохо. 30 лямов подняли. Сколько у меня уже сетов воодушевления пятого? 6 сетов валяется. Я охренею. И тут еще можно собрать. Нормально, так нормально. На мана. Так, а что у нас тут? 30 лямчиков, да? Отлично. Так, берешь, продать. Не, продать, использовать. Оп, только 79 можешь использовать. Максималочки. Ну, в принципе, тоже неплохо. Я надеюсь, у нас скоро их добавят уже. Если их не добавили еще. Не, вроде не добавили. Я бы такой халявы не пропустил. Вот так вот, ребят. Будем пробовать еще брать топ. В принципе, набили. Видите, немножко не успели. Можно было бы больше. Там 3 демона выходят. И они все в разброс были. Ну, составчик как бы уже проверенный. То есть стабильно набиваем. Максимум 24 волны. Сейчас посмотрим, рейд обновила. Тык. Да, 7 место. Ну, вот это видите. У кого как. 616. Кто как быстро успевает. Ему просто повезло. Они все вместе, наверное, зашли где-то рядом. Поэтому так и вот кто-то по 654 понабывали. Набивали. Ну, плюс-минус там пару миллионов. Это херня. В принципе, все. Пишите комменты, участвуйте в акциях, в конкурсах, ставьте лайки, делайте репостики и просто делайте все, что надо. Всем пока.